Реконструкція бульвару Жванецького й узвозу Маринеска на фінішній прямій, хоча роботи лишилось ще багато. На бульварі, як повідомили підрядники, виконали більше половини від усіх робіт, зміцнили схили, провели зливову каналізацію, якої до реконструкції взагалі не було, і майже всюди поклали нову бруківку. Сделали полностью объем работ от торгового А2 до стыковки до переулка Короленко. На данный момент вы уже видите, что все работы по благоустройству завершаются, в завершающей стадии. На сейчас мы ждем, нас немножко подводят поставщики скамейки, ждем люки колодцев, чтобы закрыть все это. И надеемся, что к 1 сентября мы постараемся закончить все работы на территории возле дома Торговая 2 и до улицы Торговой. Раньше водоотвод с этой территории осуществлялся, как называют в простонародье, по рельефу. Вода текла с города прямо по тропинкам, дорожкам, какие были, и стекала прямо по, где подмывала стены под подпормой, где не помывала. Сегодня под всем бульваром мы проложили ливневую канализацию. Паралельно з реконструкцією бульвару Жванецького триває будівництво багатоквартирного житлового будинку на місці колишнього ювелірного заводу. Також у межах проекту планується налагодити паркову зону, яка розташована нижче на схилах. Мають з'явитися велосипедна доріжка, нові лавки, урни та ліхтарні стовпи. Підрядники кажуть, що терміни здачі об'єкту перенесли через те, що проект кілька разів доводилося доопрацьовувати. Дело в том, что проект был, ну, скажем так, возможно, недоработанный, возможно, были произведены не все инженерные изыскательные процессы. Потом, когда в ходе работ мы выяснили, что есть некие моменты с пересечением с внешними сетями коммуникации, есть новые коммуникации, и их очень большое количество, они транзитные, переходящие на улицу Приморскую. Соответственно, есть ряд решений, как бы сделать так, что любая коммуникация должна обслуживаться. И мы должны предусмотреть тот момент, чтобы коммуникации обслуживались. А от узвіз Маринеска вже майже готовий, хоча терміни його здачі також були прострочені на кілька місяців. Проблемою стала газова труба, яку довго не могли замінити через те, що її не було. Работы на сегодняшний день находятся на финальной стадии. Буквально остались только мелочи. Самое такое, на таких объектах одно из самых сложнейших моментов и аспектов – это устройство новых, перекладка старых инженерных сетей. На данном объекте эти работы выполнены уже на 100%. Все, что здесь осталось, это завершить работы по укладке трамвайного полотна. Точнее, трамвайное полотно уже уложено. Осталось его вывести на свои отметки, развесить контактную сеть трамваев и, собственно, положить финишный слой асфальтобетона.